Также был вопрос по поводу автоматического складного ножа с клинком из дамасской стали. Тоже принцип работы, общий вид, пожалуйста. Вот так он выглядит. Обкладки эбонит. Эбонит — это прессованная в горячем состоянии резина. Но он, то есть, жесткая. Уже надо, эбонит является уже жестким материалом. Никак резина не проминается, ничего, но он и не трескается, и не ссыхается. Обкладки бронзовые. Сейчас, наверное, вот здесь покажу. Вот здесь видно хорошо. Они выполняют роль подшипника для лучшего скольжения клинка, кинематики. Кинематика более легко работает. Замок баклок. Итак, нажимаю кнопку. Клинок открыт, одновременно заперт. Пружина. Сейчас покажу, попробую показать точнее. Так, чтобы закрыть, нажимаем кнопку. Защелкнулся. Закрытый. То есть открыть так. Закрыть так.